Польше погибла девушка от удара током во время зарядки телефона. В результате вскрытия врачи обнаружили, что причиной смерти стало поражение электрическим током. В ходе экспертизы выяснено следующее. Удар тока был вызван тем, что в ванной комнате был подключен к электросети смартфон. Круассан держал жителей Кракова в страхе. Жители дома 2 дня боялись, что на дереве напротив дома сидит игуана, и не открывали окна. Однако оказалось, что просто кто-то выбросил в окно круассан, чтобы покормить птиц. Тот застрял в ветвях. После этого случая многие сети магазинов сделали хороший маркетинговый ход, чтобы продать как можно больше круассанов. 25-летняя женщина, не сдав экзамен по вождению, покинула тест-центр, а затем села в припаркованную рядом машину и уехала. Девушка была крайне удивлена тем, что ее задержали. Позже она объяснила правоохранителям, что ей просто нечем было доехать домой. Как стало известно, она потеряла водительские права из-за вождения автомобиля не в трезвом состоянии, поэтому сейчас повторно сдавала экзамен на их восстановление. Все закончилось штрафом в размере 500 злотых.